Это первый шаг к построению умного города. В Химках продолжается масштабная модернизация системы уличного освещения. На смену старым светильникам устанавливают новые, энергоэффективные и светодиодные. Современные светильники намного ярче старых, но главное отличие нового уличного освещения – автоматизированная система. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс. Программное обеспечение позволяет управлять всей системой уличного освещения Химок. Диспетчеры видят абсолютно каждый микрорайон городского округа. Этот компактный шкаф управления содержит большое количество различных устройств. Сюда от фонарей по линиям передается вся информация, которую обрабатывает контроллер. А благодаря встроенному Wi-Fi модулю по интернету данные передаются в облако. Вся информация стекается в ситуационный центр, где и происходит обработка и контроль за работой уличного освещения. В реальном времени видны все неисправные участки, а это позволяет оперативно реагировать и быстро устранять неполадки. Здесь мы видим пункт управления, запитанный от него участок опор освещения. Все это освещение под контролем у диспетчера. Освещение включилось, не включилось, какая-то авария у нас идет, какая-то нештатная ситуация. Диспетчер уже первый в курсе о том, что что-то произошло и необходимо отправить именно сюда бригаду. Здесь же диспетчер может выполнить включение или выключение уличного освещения. Вот мы отправляем команду «включить». Команда отправлена «включить». Вот мы видим, освещение заработало. Все опоры уличного освещения Химок и их работоспособность отражены на планшете. Программа также объединена с системой приема обращений жителей. А это значит, что на экране у диспетчера видны все жалобы и предложения химчан. Диспетчер видит и отрабатывает их более быстро. Система «Умный город» позволяет создать в Химках единую информационную сеть. На платформе такого современного уличного освещения в будущем возможно построить концепцию «Умного города». Умное освещение – это на самом деле первый шаг к построению цифрового города. Потому что у нас опоры находятся везде, там, в парках, на дорогах, во дворах. Практически все территории города они охватывают. И на эту систему можно в дальнейшем нарастить любую функцию безопасного города. Можно будет также подключать камеры «Безопасный город». Модернизация всей системы – одно из важных направлений в Химках. Эту работу проводят в рамках концессионного соглашения. В городском округе заменят более 13 тысяч старых светильников на более энергоэффективные и яркие, установят свыше 260 шкафов управления. Сегодня уже установили более 5000 фонарей и 24 шкафа управления. Опоры освещения обновили во всех уголках Химок, во дворах и на центральных улицах, на автомобильных магистралях и в парках. Масштабная модернизация продолжается. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.